Ремонт дорог во всех муниципалитетах Югры идет по графику. Региональное правительство постоянно контролирует ход работ, которые оплатят из консолидированного бюджета, в котором присутствуют как деньги городов и районов, так и материальная помощь из окружной казны. За это лето обновят более 100 километров магистралей на территории автономии. А в рамках государственной программы развития транспортной системы Югры в эксплуатацию введут 58 километров новых дорог. Губернатор Югры Наталья Комарова лично посредством видеоконференц-связи оценила текущие результаты ремонтной кампании. Мы все должны быть уверены в том, что все необходимое выполняется. Акцентирую внимание на инфраструктуре, которая влияет в том числе и на срок службы дороги, возможности ее эксплуатации в безопасном режиме, как для автомобилей, так и для пешеходов. Речь идет о водоотведении, устройствах так называемых ливневок. К таким системам даже к вновь вводимых у югорчан довольно много претензий.